Лефти танцует на жопе. Танцую, танцую, я брейк на жопе. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димас Киви, стаканчик Dark Dragon. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Здорово, мужики. Я буду охранником, филетовым челиком, а пацаны будут аниматрониками пытаться выжить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, давайте сюда сходим. Ах, я могу через это убивать или нет? Я убил стаканчика. Красавчик. Нате. Вот тут бег. Тогда я все-таки попробую попасть в какой-то образ. И я сейчас попаду вовнутрь. На. На. Эй, че у тебя жизни много? Я его убил. На. Так, сейчас мы сделаем всем жизни одинаково. У нас тут все уже готово. А, сейчас он спустится, я увижу. Их не успел. И в этот раз ты тоже не успел. Куда побежал? Ай, ладно, ладно, ладно. Я подожду пацанов, давайте, спускайтесь. Я на тебя смотрю. Я сегодня псих-убийца. Ну, привет. А где смотри. Третий? А где третий? Так, смотри. Так, сейчас я вам сделаю по 100 жизней. А вот теперь мы с вами пообщаемся. О, я могу лазить на четвереньках. Это очень круто. Давайте сюда сходим. Я могу двери открывать? Я двери не могу открывать. Это очень странно. У меня вообще идея не работает. Давайте зашкеримся, постараемся по красоте их убить. Так, заглядываем. Есть кто-то за углом? Сходи назад. Эй! А ну иди сюда, жопа! 100 жизней у тебя, я тебя сейчас убью! Ах ты жопа, ах ты жопа! Нет, не получилось. Я сам себя башкой убил в двери! Ставьте лайкосик, да. Подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень крутое. Вот, например, как сейчас. Так, охранник разозлился еще сильнее за то, что убил себя по башке дверью. Зачем ты это сделал? Я вообще не знаю. Дурачок, охранник дурачок. Я потихоньку делаю обход. Каждый час. Я вижу. Идем себе тихонько. Не спеша. Можно убить? Нет, сегодня я убийца. Когда у нас будет PvP, так у нас силы неравны. Мне, чтобы вас убить, мне надо замахнуться ножичком. А вы можете убить меня на расстоянии с одного раза. Ля-ля-ля. У вас у всех по 100 жизни? Да. А ты молодцы. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля бежит. И вот я зашел. И вот я зашел. Выбегай. Сейчас постараемся тебя поймать. Хитрец. Для тебя. Ах ты жопа, надо двери закрывать. А я тебя отсюда не выпущу, ты отсюда живым не выйдешь. Эй, я чего не могу двигаться? Мне как будто что-то мешает здесь. Опять по башке дверью дали. Да что вы за люди? Бьет меня по голове постоянно. Так, я вижу, села, бэйби. Ага, жизни у тебя много, да? Да, просто дайте мне 100 хп. Сейчас, не ссы. Сейчас я тебе дам 100 хп, на. Пойдет? Так, надо как-то поймать Dark Dragon. Разгоняемся со всей силы. Ах, ты хитрый, ну вот как его убить? Эй, ты пэхнулся! Один раз, все, больше не могу. Эй, я тоже так хочу! Я перевоплотился в своего этого. Ай, подожди. Чё-то меня тошнит. Ах ты, блин. А ты где? Смотри за тобой.
Все просили, чтобы я показал анимацию перевоплощения. Вот она, ребята, на свету показываю. Меня тошнит, пацаны, очень. Мы смотрим, как ты умираешь. Ого, почему? А что со мной? Я все, я сдох? Мой брат. 2 миллиарда с чем-то тысяч хп мин. Убил? Ты что ты сделал? А ну-ка. Я должен встать каким-то образом. Опа, смотри. Встаем, 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 встаем. Беги. А вот теперь тебе будет классный походняк. Опять сел. Да что за анимация, миллион штук. Вот, теперь я стал обычным охранником-убийцей. Убегайте, убегайте. Ах ты, зашкерился, да? Так, 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 так. Я пришел. Надо было двери закрывать. Чё ж ты двери не закрыл-то? Отлично. Отлично. Закрыл. О, привет. А я ж тебя не смогу убить, у тебя жизни много. Сейчас мы тебе все подкорректируем. На. О, мы еще одну ночь прошли. Одна за другой ночи проходят. Ты что, не знаешь, как анимация работает? Так. Опа, смотри. Анимацию кидает челик. Опа. Пришел. Это, короче, мои кенты пришли помогать мне. Так, это моя пиццерия. Так, все, Лефти, уходи отсюда. Я здесь теперь работаю один. Опа, там обычный человек. Ах ты человек. На. Ах ты хитрый жук. На. На. Ой. Эй, промахнулся. На. Отлетел ДБЛ. А ну стул. Эй, ты что тут делаешь? Пятки тебе подрежу. Сейчас я, пацаны, этот вам засаду сделаю. Сегодня... Эй, аниматроники, вы плохо защищаете пиццерию. А, получается, если ты выбежал, дверь открыта. А, нет, закрыта, молодец, один на шухаре стоит. Не пускают меня. Я никого не пущу своих. Мы в следующий раз, знаете, какую сделаем сюжетку? Если я зайду вовнутрь в пиццерию, то вы проиграете. Если вовнутрь туда, в офис к вам зайду. Нельзя заходить, но это будет в следующей серии. Ой. Зря ты так стоишь. Их ты! А, жизни много, да? На тебе меньше жизни. Промахнулся просто. Промахнулся. Ух ты! Давай. Быстрее. Нет. Давай, давай, давай. Димка, беги. Беги, Димка. Блин, чё он тебя не открыл? Вот это друг называется. Сел на жопе и сидит. Открывай. А он не знает, как вставать. Он просто на жопе брейк лобает. Лефти танцует на жопе. Танцую, танцую. Я брейк на жопе. Это такой этот, новый этот. Пополнять жизни так можно. Блин, плохо не достаю ножичком. Было бы прикольно. Так, тут твой один друг бегает, я его сейчас замочу. Ух ты, блин, надо было заранее нажать удар. Кто закрыл? Блин, вы что, сменяетесь по очереди? Нет. Смену сдал, смену принял. А где ты, где ты, где ты? Так, все, я сижу, наблюдаю. Я в окно смотрю с правой стороны. Вижу, стаканчик сидит, смотрит. Там крутится на жопе. Так. Так, он ходит. Так, ты меня не видишь в окне? Ну, если ты игрушка, то я тебя вижу. Игрушка я? А, да, я черная игрушка на полочке сижу. Ты видишь меня? Белые глаза. Это я. А я не вижу. Вижу, вижу, стаканчик решил выйти. Нет, не решился. Я дарку открыл. А ты бомбу. Ах ты жопа. Я разозлился. На. Делаю всем по 100 жизней. Ну чё?
А, так вы меня убьете с одного раза. Ну, на расстоянии, а я должен к вам прицелиться. Хорошо, сейчас. Блин, ты специально выждал момент, когда я перестал махать ножиком. Победила дружба. Ладно, охранник сегодня проиграл. Я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.